Радио 54. И сегодня у аппарата жительница Новосибирска Кристина Икшарова. Месяц назад с Кристиной произошла необычная история. Она спасла селезня, который неожиданно появился на улицах города. Откуда он взялся? Что теперь с птицей? Вот сейчас все узнаем. Кристина, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо вам большое, что вы спасли птицу. А во-вторых, вообще, как это произошло? Как это случилось? Да. Когда? Ну, это случилось в начале декабря. Я просто вышла из метро, шла по Красному проспекту, и что-то черное почти упало мне на голову. Вот. Сначала я думала, что это голос ударился, провода. То есть упала и прям вот в сугроб передо мной. Вот. А потом я подошла, хотела посмотреть, и оттуда выскочил просто селезень. Он прям выпрыгнул мне в ноги. Ну и как бы все. И вы его забрали вот, и себе? Да, я начала... Да, нет, его подобрал мужчина. То есть я стояла, смотрела на него и там верещала на весь Красный проспект, что утка посреди Красного проспекта. Вот. Ну и все, и мужчина его, то есть, поднял, потому что он просто бегал туда-сюда, мимо моих ног. Вот. Часть тебе со словами, он очень вкусный. И мне жутко стало жалко птичку. Кристина, а были какие-то предположения, откуда он там взялся-то? Предположения были у нас уже на следующий день, когда я попросила помощи в группе в WhatsApp, то есть в доме, где живу, у людей, что, может быть, они знают, куда его передать или, ну, вообще, что с ним делать. Вот. И начались предположения, что, скорее всего, он прилетел с речного вокзала, там под мостом, то есть круглогодично утки живут. Вот. И вот, возможно, оттуда он прилетел. И, то есть, просто были холода, и, то есть, может быть, он искал тепло, как-то, не знаю. Так. Как-то так. А что теперь с птицей? Она у вас до сих пор? Нет. Сейчас мы его вылечили. Ага. На следующий день после того, как я его нашла, мы с тем домом, все помогали. То есть он был ранен, да? Да, у него была очень большая рана на шее. Ветеринары на клинике сказали, что это, скорее всего, удар именно от проводов. Вот. То есть мы его вылечили. Сейчас он находится у соседки. Вот, живет с ним, все в порядке. То есть, как бы, перед Новым годом, вот, наверное, на этой неделе, к концу этой недели мы сходим с ним швы. Ну и как-то надо решать, куда его, то есть, либо его куда-то пристраивать, либо отпускать его обратно в дикую природу. В дикую природу, да. В дикую новосибирскую природу. Да. Не опасно это? Вы специалистами ни с какими не советовались? Да, да. Может быть, зоопарк его примут, нет? Когда зоопарки не берут, потому что они боятся карантина, мы много куда звонили, обзванивали, то есть искали уже, и никто его на самом деле не хочет никуда прийти. А соседка есть вариант отдать хоть его, насколько я знаю, что люди в Новосибирске есть, которые прям держат таких селезней, вот, для удовольствия. Вот. Но сколько мы не искали, мы не нашли. Но они точно есть, потому что мне девушка одна писала, там я в интернете выкладывала тоже, что вот нашла, там, может быть, кто-то что-то подскажет. Вот. И она писала, что вроде как есть где-то в пригороде Новосибирска мужчина, который занимается. Сколько не пыталась я найти этого мужчину, так у меня ничего и не вышло. Мужчина, если вы нас сейчас слышите... Да, областная радиостанция все-таки, да? Да, пожалуйста. И любые другие мужчины и женщины, которому нужен селезень, почти дикий, вылеченный, чистенький, да? Да, вот. Чистенький такой, он уже привыкший к квартире, поэтому, я думаю, ему не понравится на улице. Так он, может быть, останется у соседки? Вот, я тоже хотела спросить. Да. Соседка не полюбила его еще всей душой? Ну, с ним очень тяжело на самом деле жить. У меня он в квартире находился чуть больше суток. Вот. И если днем это как бы нормально, все терпимо, он сидит там где-нибудь, спрячется, и сидит, его не видно, то ночью это что-то с чем-то. Он начинает крякать, носиться по всей квартире, летать. И то есть это просто, ну, это очень тяжело с ним находиться именно в квартире. Если в частный дом, да, то есть можно вполне держать такую птичку. Он не кусается, не кидается, то есть абсолютно спокойно переносит человека, но вот как-то. Кристина, куда обратиться человеку, который сейчас услышал и захотел его забрать или знает, кому его отдать? Ну,
может, в принципе, обратиться ко мне, но единственное, что отдадим его людям только в том случае, чтобы хотя бы иногда интересоваться его судьбой. Ну, это понятно. Чтобы, да, чтобы была гарантия, что, собственно, с птицей все будет в порядке. Вас можно где-то найти в соцсетях, да, Кристина Икшарова, и да, написать. Да, меня можно, да, найти ВКонтакте, в Инстаграме. Пожалуйста, пишите, у меня все страницы открытые. Хорошо, отлично, и спасибо вам Кристина за ваше Икшарова, доброе дело. Кристина Икшарова, да, спасибо вам большое.